Госзакупка дня. Добрый день, с вами Надежда Иваницкая. Сегодня я расскажу вам о самых интересных госзакупках дня. Центральная войсковая комендатура по обеспечению главного командования внутренних войск МВД России заказывает себе фестиваль. Он будет посвящен 15-летию со дня образования ансамбля «Песни и пляски внутренних войск». Отдохнуть полицейские хотят в концертном зале «Россия» в Лужниках. Условия безопасности, как в военное время. Исполнитель должен будет заключить договор на охрану и проверить зал на предмет мин. Сценарный план и эскиз сцены будет согласовывать сам главнокомандующий внутренними войсками, а артисты будут проходить в зал по согласованию с Федеральной службой охраны. Кстати, народных и заслуженных артистов должно быть не менее 3%. Тематика фестиваля, естественно, патриотическая. Стоимость такого патриотизма – 5 миллионов рублей. Надо сказать, что повод для праздников у полицейских находится регулярно. Вот только недавно они заказывали себе праздник ко дню милиции, который стоил 3,5 миллиона рублей. Федеральная таможенная служба заказывает себе 50 тысяч галстуков. Каждый галстук должен быть упакован в полиэтиленовый пакет и уложен в коробку по 50 штук. Понять, какого цвета галстуки, не так просто. В технической документации вместо цвета чиновники указали специальные коды, которые можно найти только в цветовом справочнике. Таможенникам потребуется 30 тысяч мужских галстуков в стиле самовяз и 20 тысяч женских с эластичной тесьмой. Напомню, что недавно 20 тысяч галстуков себе заказывало Министерство внутренних дел. Но им-то зачем? Понятно, полицейские меняют форму. А вот зачем таможенники решили принарядиться к новому сезону, в документации не указано. Зато известна сумма заказа – более 8,5 миллионов рублей. Это все на сегодня. С вами была Надежда Иваницкая. Всего хорошего и до завтра. Госзакупка дня.